Всем привет, дорогие друзья, мы продолжаем играть, это Prototype 2. Добиваем его наконец-то уже. Это последние миссии пошли, я думаю, еще две, ну максимум три серии, и мы, наверное, закончим его уже. Тут и так, в принципе, все идет к логическому концу. Мы скоро доберемся до Алекса Мерсера. И все, на это, с этим будет покончено. Так. У нас остается задание, давайте посмотрим. А по карте... Перемещайся. Сабрина Галлоуэй. Вот к ней мы, в принципе, и направляемся. Сабрина, ты где? Деточка моя. Смотрите, знаменитое здание, видите? Оно, кстати, есть в реальности тоже. Реальный прототип Нью-Йорка. Опа-опа-опа-опа. Черный ящик. Не собирай. Писали, типа, собирай, тебе даст это очки, мутацию новую. Да нафиг она надо. Мы без мутации. У нас такое только хардкор прохождение, поэтому посмотрим. Галлоуэй, отвечай. Как же грубо. А где благодарность? Хватит. Ладно. После ваших разборок с Кентрелом всех командиров созвали на заседание. Притом сверхсекретное. Вот идиоты. Стоит ноготь сломать, так впадает в истерику. Я нашла одного из пилотов. Зовут Линкольн. Используйте его. Ладно, этого мало. Опять? Да пошли вы! Ложка дегтя. Командование Черного Дозора собирается запустить проект Феникс, который приведет к гибели полтора миллиона человек. О, это плохо. Найдите, поглотите Линкольна, чтобы захватить его вертолет и сопроводить Эллис. Поднимаемся, как обычно, как можно выше, чтобы посмотреть, просканировать область, где он там находится. Мы здесь вряд ли что-то увидим, на самом деле. Откуда-то оттуда, да, исходит центр. Хорошо, будем смотреть. Найти пилота. Ну, в принципе, мы приближаемся к закрытой базе. Я думаю, что там как раз есть вертолетная площадка, которая нам нужна. Угу. Движемся. Вон, можете видеть, на радаре уже виднеется эта база. Я думаю, что это то место, куда нам надо. Вот, походу, летает вертолет. Наш? Нет. Не наш, но... Все равно... Так, ну нам явно вниз надо. Нам все показывает на то, указывает на то, что надо вниз. На радаре видно несколько вертушек, поэтому попробуем сейчас. Так, Линкольн, ты где? Вот он. Нет? Угу, это он. Походу так подсвечивается, да? Давайте попробуем поглотить его. А, за целью ведется наблюдение, но мы пока простым солдатом справимся. Вот. Это же Линкольн, да, должен быть, по идее. Да, все правильно. А вот и вертушка, которая нам нужна. Эхо, вас ждет Лимзулу 19 Джулиет для сопровождения командира Эллиса. Прием. Вас понял. Здрасте. Все нормально, парни, не парьтесь. Садимся в машину. А, было написано, сядьте в машину. Хорошая машинка. Баллиста 2-2, это командир Эллис. Спасибо за сопровождение. Прикрывайте... Проводите командира Эллиса до места проведения встречи по проекту Феникс. Полетели. Я прямо горю желанием с твоими дружками из Феникса побеседовать. Так что веди меня к ним, козлина. Погнали, чувак, сейчас все сделаем. Ой, тихо. Тихо, родненький, все нормально. Не знаю, куда я послал эти ракеты, но надеюсь, хоть кого-то мы умертвили. Хоть кого-то убили. Зря он так летает низко, я бы на его месте летал как можно выше. Ой, о. Тихо, птица, это плохо. Птица очень опасна у нас, твари.
для нас путь. Сбить птичек, понял. Нам дали бонус, друзья. Ой, тихо, тихо, дружок. Все нормально, не парься. Все сделаем, у нас новый уровень уже 12-й. А прокачаем, наверное, уже потом, после миссии этой. Будет резонно прокачаться. Феникс всех настроит против нас. Так, новая порция птиц. Да подбить их. Вот какие пилоты и победят в этой войне. Ого, тебя лучше из себя не выводить, как я. Это новый тип врагов здесь, видите, в воздухе теперь. У нас птички летают. И надо будет пытаться их убить как можно быстрее. Так, ну куда ты летишь, дружок ты мой дорогой? Куда ж ты летишь? Он летает как-то странно, то есть его скриптовая сцена вот этого полета немного донимает. Честно говоря. Так, опять птица. Получается, крылатые ублюдки. Дядюшка Брейн научит вас хорошим манерам. Так, он вроде бы сел, да? Смотрите, он садится, нет? Как-то он так близко летает. Прямо на уровне крыши этой. Я думал, что он уже как раз садится. Вот, тихо. И чё? Чё мы тут ловить будем? Идите на базу. Идем. Понятно. Тихо. Полетели. А, вот, это база. Значит, убейте зараженных, чтобы защитить базу. Нас кидают, видите, активно разную хрень, поэтому надо защищаться. Так, одна готова. Заем немножко назад, чтобы убить вторую. Это просто щупальца пока. Но они тоже представляют собой довольно хорошую такую опасность для нас. Вертолет могут подбить только так. Этих зараженных мы, допустим, убили, идите к сбитому вертолету Элиса, чтобы защищать его до прибытия БТР. Ой, погнали, погнали. Так, сейчас наведем порядки тут быстро. Ой, беда, друзья, надо защищать вертолет, отстреливаться от этой хрени. Так, один готов. Ну, сдохнешь, твою ж мать. Вторая тоже готова, но осталось, видите, вот тут. Так, как бы нам место-то поудобнее найти. Все, остались, в принципе, обычные эти крикуны. С ними проблем возникнуть особо не должно. Ну что, вроде бы чисто. Чистота, замечательно. Всех перебили, но там жизни довольно мало оставалось. Вы могли видеть у подбитого вертолета этого. Проводите командира Элиса до места проведения встречи по проекту Феникс. Будем сопровождать. У нас у самих жизни довольно мало. А это нам нужна помощь будет. А жизни тут не восстанавливаются. Печально, конечно. Господи, смотрите, куда стреляете, баллиста 2-2. Мы тут по уши в этих тварях. Черт, да это проклятая гидра! Убейте ее, убейте! Давай, уже сдохнешь, твою мать. Так, одна готова. Остались крикуны, и, в принципе, все. Движемся. Конечно, не очень удачно так выбрал. Ракурс такой. Надо было, наверное, повыше подняться, но так лучше стрелять по этим тварям. Шанс того, что мы захватим цель, очень велика. Главное еще не сдохнуть, чтобы заново не начинать. Потому что будет очень обидно.
боже, какие же они здоровые! Готово. Давай, давай, твою мать, давай! Черт, у нас одно попадание, и в принципе все. Нас сразу же кончат. Да, нас убили. Я, в принципе, это предполагал. Давайте хоть посмотрим, где мы начали. Если что, я вырежу кусочек. О-о-о, далеко, вырезаем. Значит, здесь, друзья, мы остановились, поэтому с этого момента и продолжаем играть. Я думаю, что скоро мы уже должны приехать, по идее, потому что эти политушки, конечно, классно, но немного утомляет. Red Crown, это Оскар. В какую сторону там мы едут? Добрались до точки бета. Не подпускай ко мне крикунов! Да, я буду держаться подальше, так намного предпочтительнее будет. Все, с этими покончено. Летай так дальше и налетаешь себе повышение. Ой, сколько же там ехать надо? Взяли бы уже вертолет, на вертолете было бы проще как-то добраться, я думаю. Но один они подбили уже, да? Можно было другой дать, потому что наземный транспорт в сложившейся ситуации не самое лучшее решение. Да? О, черт возьми. Это гидра, открыть огонь! Давай, давай, детка, давай, еще чуть-чуть. Еще грамулечка. Это готово. А что тут еще есть? Что, проводите командира? Так, едем. Едем, не зацикливаемся на это дело. Вот, 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 вроде бы мы как на базу какую-то приехали, нет? А, ну, вряд ли здесь. Хотя, смотрите, входящий звонок у нас идет. Расслабься, будет сделано. Приземлитесь и поглотите капитана... А, командира Феникса, давайте приземлимся. Опа. Все, можно выйти наконец-то. Ой, 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 беда, беда, беда. В принципе, в таком хаосе будет, наверное, намного проще его поглотить. А нами, наверное, никто не будет заниматься. Так, что у нас там по заданию? Поглотите командиров, чтобы отстрочить проект Феникса. Пушали. Вот один из командиров. Их тут несколько человек, поэтому будем смотреть. С этим тоже покончено. Так, иди ко мне, мой сладенький. Блин, да все эти сволочи на одно лицо. Остался последний. Командир, которого надо проглотить, чтобы отсрочить проект Феникс. Все, готово. Нервно-паралитический газ не нанесет вреда окружающей среде. Всю территорию можно захватить за 72 часа. Атака уничтожена будет все. И население, и инфраструктура. Стратегически это менее выгодно. Уходим от тревоги, которая только что поднялась. Как можно быстрее, пока нас не застукали, не убили. Быстро. Все. Вот так вот просто это выглядит.
Вот, выполнили задание, было довольно сложное. Так, с одной стороны, ой, гидра, тихо. У нас 12 уровень, кстати. Нам дали его еще, в принципе, в начале этого задания. А что нам там качнуть можно такого? Давайте посмотрим. Смена облика, сокрушающие удары, вертолеты будут уничтожены мгновенно. Неплохо. Здоровье, регенерация. Давайте прокачаем это дело. Ой-ой-ой-ой-ой. Замечательно, конечно. Нам нужны все факты по ястребу. Что бы это ни было, это сравняет город с землей. Все умрут. И ты, и я, и Майя. Окей, узнаю все, что смогу. Ну что, давайте посмотрим. Операция Феникс у нас открыто, это задание. Поглядим, что там такое. Мы очень много узнали от командиров о проекте Феникс. Теперь, скорее всего, нужно его уничтожить. Чтоб был мир во всем мире. Так. Тихо. Не шали. Не шали, не надо шалить. Операция Феникс. Проект Феникс почти готов. Он уничтожит и зараженных, и здоровых, в том числе и Май. Поэтому надо все это дело сейчас предотвратить. Давайте посмотрим, как это сделать. Ха, не надо бежать ко мне. Пошли от меня. Фу. Идите к месту сбора, чтобы уничтожить вертолеты Феникс. Посмотрим. Захватите термобарический вертолет. Это уже интересно. Попробуем захватить, конечно. Выстроились, как чертово домино. Уничтожьте термобарическое оружие Черного Дозора, чтобы покончить с проектом Феникс. А где этот супервертолет, который нам надо захватить? Где-то, может, здесь? А, нет, рядом его нигде нет. Вот так вот. Давайте посмотрим, что у нас там есть. Рука, молот и щупальца, да? Ну и отлично. И чудненько. Сейчас все сделаем, все будет по красоте. Вызываем подмогу. Три крикуна помогут нам в этом деле. Давайте, детки мои, давайте, разносите все к чертовой матери. А где же этот термобарический вертолет находится? Интересно. Наверное, это они и есть. О, смотрите, утонул, нет? Утонул, да? Да. Чудненько. Так, значит, что мы делаем? Продолжаем уничтожать. Там еще горит, видите, вертолет. Давай, 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 детка, давай. Взрывайся уже, взрывайся. Этот мы убьем, то есть уничтожим. А, дам до хрена, честно говоря, этих вертолетов на самом-то деле. Блин. Все, эти тоже готовы. Ну что, давайте поглядим, где они там находятся, и попробуем захватить из тех, что летают уже. Конечно, будет очень забавно, но вон он летает, я уже вижу. Вижу первого. Давай, давай, давай. Еще чуть-чуть.
Так, как тебя захватить? Надо попробовать. Ой, ой, тихо. Хорошо. Да что ж, я же навожусь на тебя, давай. Давай, детка, давай. Лови, грену. Ублюдок. Вот, теперь его можно захватить, по ходу дела, да? Угнать. Нажимаем угнать. Давай, 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 давай. Выламывай, выламывай. Все, теперь можно им управлять. Давайте уничтожим другие, а потом этот... подорвем. Надо было, в принципе, сразу так делать. Довольно... Ой, 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 тихо. Вон, вижу цель. Этот готов. А что у нас еще тут ниже один? Тоже готов. Осталось три вертолета. Три вертушки, которые сейчас попробуем сбить. Иди сюда, сучка. Я тебе покажу, где раки зимуют. Довольно легко, смотрите, их сбить на самом-то деле. Уничтожьте термобарическое оружие. Будем уничтожать. Так, у нас где-то здесь внизу стоит ориентир. Давайте посмотрим. Термобарический бункер этот раз. Готово. Один из бункеров только что взорвался. А, смотрим, у нас еще две точки. Посмотрим, что там такое. Погнали! У нас и жизни, в принципе, есть, и патроны. И, слава богу, нас никто пока не трогает. Так, вон, еще одна вертушка. С этим покончено. Последняя цель, друзья. Давайте посмотрим. Вот, опять же, вертолет. Все, цели больше нет. А мы сделали все, что смогли. Уйдите от поднятой тревоги. Да, смешно, конечно, смешно. Так, нам эта вертушка больше не нужна. Давайте выпрыгнем, наверное, с нее. Уху-ху-ху. Недурно. Скажу вам, однако. Да, и вот она здесь как раз рядом упала. Давайте пообщаемся. Что там новенького? Расскажет нам. Перестаньте. Я помогла вам, а потом помогла еще раз. Вы у меня в долгу. Так вот как по-твоему? Все так и есть. И это еще не... Подойдите. Мы отлично ладим, Хеллер. Джеймс, давайте сбежим отсюда. Нафиг, Мерсер. Лучше создадим нечто свое. Мы отлично сработали с вами. Не хочу встревать между тобой и Мерсером. Хочу еще дрянь какую-нибудь. Задание выполнено, друзья. И это хорошо. Поднимаемся наверх. Я думаю, это будет такая короткая серия. Довольно была насыщена многими событиями, поэтому надо передохнуть. Хиллер достиг уже 13 уровня. У нас каждым разом, видите, все уровень все выше и выше. Что у нас там такое? Давайте поглядим. Смена облика мне не так интересует сильно. Масса от поглощения увеличится на 30%. Недурно. Давайте, наверное, здоровье качнем. Тоже важный фактор. Бескорыстный труд. Новое задание, друзья, будет в новой серии. Так что подписывайтесь, заходите в группу ВКонтакте. Всем спасибо, всем пока.